И снова здрасте. По многочисленным просьбам в комментарии на Пиковой и под самим видео на Ютубе решил снять продолжение. Смотрите первую часть, если вы не в курсе, о чем идет речь. Итак, попытаемся раздавить яйцо одной рукой. Спасибо, блин, я же говорю, что одной рукой легче. А вторая проверка касается мест приложения нагрузки к яйцу. Я давил по бокам, а теперь попробуем спереди и сзади. Вот так вот. Не буду вас задерживать, до скорой встречи!